Уфа и Сочи подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили и Ирики Лалов, и Анатолий Пахомов. Городоначальники надеются, что соглашение поспособствует разработке взаимовыгодных проектов, развитию малого бизнеса и укреплению связей в областях культуры и молодежной политики. Многие наработки, которые там сейчас реализованы на территории Большого Сочи, они применимы и у нас. Мы тоже города в чем-то похожи, у нас огромный вытянутый город. Вы знаете, почти 60 километров в протяжении нашего города. И многие вопросы, связанные с функционированием городского хозяйства, развитием спортивных сооружений, вопросы, связанные, наверное, в первую очередь, это системы «Безопасный город». Будет полезно обменяться опытом в области образования, здравоохранения, а также ведения городского хозяйства, отметили мэры. Говорили и о социальном туризме. Мы договорились об обменных группах. Ну, первыми будут социальщики, это пенсионеры, наш актив, которым мы обменяемся, которые поедут и заодно и оздоровятся, и смогут экскурсии посетить. И, конечно, обменяться опытом, увидеть опыт работы ТОСов, домкомов. Ирик Илалов отметил, что на данный момент у Уфы есть 7 городов-побратимов. Астана, Анкара, Галле, Шиньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй. А также заключены договоры о сотрудничестве с Челябинском и Казанью.